Эй, всем привет, ребята! Нашел в интернете, в браузере игрушку под названием Dead Space. Все, наверное, да, знают, что Dead Space это где там в космосе, их там около 3 частей. Игрушка бомбезная. И тут я нарыл, что есть в браузере игра Dead Space. Я обрадовался, думаю, блядь, вау, это Dead Space. Ага, только зашел. Я еще даже, честно, в нее не играл. И вот просто вот эта первая надпись, я уже понял, что это за игра сразу сходу. Вот. И это игрушка про Слендера. Можно сказать, мод игры про Слендермена. Только, может быть, играли в серию частей Slenderman Must Die. Вот, он там их несколько, да, очень многое количество я видел в интернете этих частей. Вот, а это вот часть типа как бы якобы на Dead Space мод. Итак, так что у нас тут WS, это понятно, это так Left Shift, Crouch, Space, Reload, PHT, Move, Mouse. Понятненько. Играем. Так. Dead Space. Так. В 2000 твой корабль попал там энергетическую херотень какую-то там. Брум-бам-бам-бам-бам. Вся херня. Это корабль. Так. Растика не увидит главы. Ну, это, короче, энергетическая херь. Там такая-то херь. Грузимся. Итак. Ну, в принципе, ну да. А что вы хотели? Думали, тут будет сверхграфика всех это? Да это игра браузерная, поэтому здесь для браузера это графончик типа вау, нифига себе. Итак, я взял, ну да, в принципе, оружие, блядь, хотя бы поменяли, ёпть. Я помню, в другой версии Слендермена, не помню, какая часть была, там, короче, можно было не по кораблю, то ли по лесу ходить. Но точно таким же оружием, блин. Хоть бы фантазию включили разработчики. Ну да и ладно. Сейчас мы будем так искать этого слендернесука. Текс. Нет. Перезарядимся. Банку икры туда. Это у нас там были. Оба, баночка. Так, куда же тут идти? Всегда мучил вопрос. А можно ли? Можно. Да. Итак. Этот слендермен может быть где угодно. Поэтому надо быть осторожным. Вот он. Блять. Ах ты пидорас, блять. Ха! Хедшот тебе, урод. Всегда мечтал навалять Слендермену. Так какой там здесь вообще непонятно. Итак. Суть игры, тупо вот это бегаешь. Даешь люлей Слендермену. Ля-ля-ля-ля. А он матч-реванш, он матч-реванш решил сделать. Не получится, братан, я вооружен до зубов. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Съел, сука. Итак, дохлый Дэд Спесовец. Итак, что у нас тут? Чувак, а есть у меня какое-то оружие там хотя бы? Так, кстати, патронов у меня стало не очень-то и много из этого, блин, хуеплета. Так, я должен найти 13 энергетических этих, я так понимаю, чтобы игра завершилась. О, вот это я уже понимаю, чувак. Это уже ты молодец. Текс. Ну, ясен. Ой, патрончики. Итак, ребятки. Вот он. Ты думаешь, я тебя не услышу, урод? Хочешь еще? Хочешь свинца? Итак. Где же может быть еще энергетическая поебота? Может быть где-то здесь. Так ведь? Я думаю, мы правильно идем.
Сейчас я быстренько возьму. Итак. Пойду пока сюда. Я там видел патрончики. Энергетическая. Так, есть. Теперь патрончики. Есть. Я думаю, этот козел сюда не появится. Он так как бы массивный. Вот, ну, в принципе, хер его. Попробуем сейчас с вами найти. Так. И глянем сюда. Ага. Тут мы были. А вот здесь не были. Слышали? Этот хер тут где-то ходит. Ничего, блядь. Мы сейчас перезарядимся, а то мало ли. Вдруг сейчас пидор выскочит какой-то. Точнее, он тут один. Главное, не умирающий. Сделали бы хотя бы там, вот, допустим, там Слендер, там тяжело было, там, допустим, его убить, да? Это. А тут постоянно один и тот же появляется. Вот еще один Dead Space-овец. Орёт, блядь. Бля, у меня зуба нет, что ли? Бля, суки, и здесь уже, блядь, за золото вырвало. Так, а что у тебя с телом-то каким-то непонятно? Это что у тебя такое? Охренеть, позвонок. Ты вообще не человек, что ли? Вот это удача. Я нашел тут отличный лут. Итак, идем дальше. Так, лучше отойти, да? Правильно? Нет. Чё за хрень? Короче, нельзя. Я так понял. Это просто тайник. Окей, идем дальше. Так, налево, направо, направо, прямо, налево, сюда. Хуп, хуп. Итак, баночка, патрончики. Кровавое пятно. Так, этого хера пока не видать. Нужно не шуметь. Я уже там столько шума наделал. Так, звук какой-то непонятный. Шум. Так, тут я был. Сюда не хочу пока. Пойдем сюда. Да, шум здесь. Такой. Опа, я нашел. Я ж думал, он не придет сюда. Что за звуки такие? А? А, вот оно что. Иди сюда, сука. Ха-ха! Хэдшот, ашот. Итак. Эй-эй-эй! Берем 5 из 13. Итак, тут я убил этого повстанца. Идем дальше. Ох ты, сука, мастер ланж, да? Мастер ланж тебе! Иди сюда! Да ля, ты что, неубиваемый, чё? Сука, весь магазин на тебя упорол. Гандон. Двигаем отсюда. Что-то есть? Есть, тут спрятано. Итак, вернемся мы назад, пожалуй. Так, это мы сдвинем. Там же была тоже сетка. Ага. Вот она. Так, перезарядимся, а то мало ли что. Шум слышите? Если мы слышим шум, вот такой вот, он близко.
Но он может быть... Так, звук если тут, значит этот хер здесь. Ага. Он завис. Ха! Нравится, если тебя хер отстрелит. Не. И вообще ты не какой-то, блин, какой-то уебищный. Слендер. Так, что там есть? Мазафака! На, теперь ты без хера. Все. Итак. Оу, Dead Space Events. Патрончики. Кстати, на одном пистолете патроны такие странные. Как банка, как будто с тушенкой или еще с какой-нибудь херней. Так. Вот это нижний этаж, да? Че, у меня уже патроны... Патроны, походу, уже полные. Я набирал здесь, что я не могу взять. Эй. Ну и ладно. В общем, игра считается хоррором. Там каким-то там таким невзъебенным. Ну, личная игра вообще не страшная, вообще ни капельки. По сравнению, допустим, с тем Слендерменом, который, допустим, был оригинальный, где записки там бегать. Ой, блядь. Ага, вот он. Отлично. Еще не зря упал. В общем, игрушка, где записки там искать, там и прочее. Ну, там до хрена уже, в принципе, было всяких версий про Слендермена. Вот, он сейчас опять на меня идет. Вот, мы его слышу уже, сука, урод! Нравится, да? Сейчас проверим банку. Да. Так. И, в принципе, вот, допустим, те, допустим, части мне больше нравятся. Так, может, здесь еще здесь есть баночка? И по сравнению с тем вот такими вот, в принципе, да. Ну, все, конечно, мечтали навалять Слендермену. Да, кстати, у чувака костюм как у Халлоу. Кто со мной согласен, в принципе? Думаю, согласятся со мной многие. Потому что реально похож костюм, как с игрушки Halo. В принципе, похож. А там херу. Итак. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Идем сюда. И есть. 8 из 13. Да я прям Шерлок. Ёпть. Текс. Окей. Может, я тут уже попропускал до хера чего, поэтому нужно будет прошастрить везде здесь, где я мог проебать. За это. Так, а есть, интересно, какое-то хоть оружие, там какое-то интересное еще здесь. По-моему, в других частях было поболее там. Вот, а тут вот как-то... Как-то ничего не взрывается, как-то все это тупо. Хотя бы сделали более-менее реалистичнее, что ли. Итак, я вообще-то появился здесь, со старту. Так. Шел сюда. Лез сюда. Я, в общем, вернулся на самое начало. Какого-то хера. Так. Че, не какого-то хера, мне сюда... Ух ты, можно было что взять. Вы видели это? А, это дверь закрыта. Понятно, это она не закрывается. Так, куда идти? Туда, куда пойдем? Ух ты, ёпть, я тут почти не был. А можно в нее сесть? Скорее всего нет, потому что разработчик жид. И не захотел делать так, чтобы можно садиться всякую технику и передавить этого Слендера. В принципе, было бы круто, если бы было больше свободы действий. Там, к примеру, какую-нибудь технику, там, да, побольше карты сделать. Там, вот, ага, вот оно, да. И это. И тогда было более бы интереснее. А так просто бегаешь тупо. Блин, застрял.
Вот. Было бы круто вообще, чё. Ну, бери патроны. Или это шестеренки, что это? Блять, 30 из 30 патронов. Я ебу. Блин. Мне еще искать надо. До хрена чего. Бери. Не хочешь? Ну, хер с тобой. Такс. Мы были тут. Было два варианта у нас. Сбегать сюда. Либо сбегать туда, да? Здесь мы были тоже. Вот. И... В принципе... Так, надо залезть сюда. Давайте уже по туннелям побегаем. Так, тут я был. Тьфу, твою мать. Запутаться можно. Короче, тут надо найти сейчас туннель, откуда я пришел там. Это он или не он? В принципе, давайте здесь прошастаем еще раз. На втором этаже. Да, потому что мало ли там, что еще найду. Может, где-то завалялось, как вот. Иди сюда. Может, тут... переместить тут. Как-то тут за ящиком, может быть. Оно все может быть тут. Так. Спустимся. Тут нельзя. Тут я был. Давайте сюда тоже, где был. Может, я что-то где-то пропустил, потому что я назад уже прошастрил. Там до хера чего. Я попропускал. Так, где же остальные энергетические? О, патрончики. Вот чё их нельзя взять? Почему? Я не могу понять, почему нельзя взять. Вроде у меня аж патронов сейчас не хватает. Так бы. Так. Шум. А, вон-то где. Эй-я. Я. Ну, блин, здесь уровень сложности вообще непредсказуемый. Нам тупо нифига не делать. Да я даже сейчас подойду к нему. Проверим баночку. Так, килька. Да, попробуй. Итак, в общем, ладно, ребят. Если вам понравилась эта игра, ставьте палец вверх. Игра называется Slenderman Must Die Dead Space. Вот так она вообще-то должна быть правильно звучать. Но просто напишите в браузере Dead Space в браузере, и вас должна выбить, я надеюсь, вот такая вот игрушка. Вот. А если же не найдете, хотя я думаю, вряд ли, тогда я вам позже вот же дам ссылочку на нее, где я сейчас играю в нее. Итак. А я с вами буду прощаться. Пока.